Один из моих подписчиков начал снимать Майнкрафт с модификацией, причем в очень хорошем качестве, и даже с шейдерами, мне понравилось. Он попросил меня о том, чтобы дал вот небольшую для вас рекламку о его канале. Давайте вместе возьмем, поддержим его. Может быть, вам очень понравится его видео, и тем самым повысим ему аудиторию. Надеюсь, вы найдете на этом канале что-нибудь для себя очень интересное. Ссылка на его канал в описании. Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, и добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам GreekTech. И сегодня, наконец-то, я надеюсь, что мы скрафтим с вами супер-мега-пупер-космо-меч. Офигеть, 9999 прочности. Я не знаю, сколько в нем урона, но, видимо, это какой-то меч, который просто с одного тычка убивает любого. Для этого, конечно, нам нужно будет скрафтить такой вот Draconic Staff of Power. А чтобы его скрафтить, нам нужно как минимум сейчас сходить и убить дракона, там пособирать кристаллики под ним и так далее. Да, и самый мощный из всех мечей, что у меня на данный момент есть, это мой меч, который сам прокачивал на плюс 40 урона. Ну, и будем убивать в нашей топовой, притоповой броне. Надеюсь, он нас не убьет. Но перед этим хочу, конечно же, еще вот эти два меча с вами скрафтить. Давайте с этого и начнем, они, мне кажется, должны скрафтиться довольно-таки простенько. Например, вот тут ничего такого трудного нет. Косточки. Адская звезда, дерево, давайте с этого начнем. Древесина. Вот возьмем такой вот. Ну, костей у меня должно быть прям тонна. А, ну у меня их 5 миллионов, отлично. Мне кажется, каждый хочет иметь вот столько костей. Так, потом. Так, огненный порошок. Чего от нас там еще требует? Кристалл Матрикс. Матрикс. Даже не стоят. Ну давай. Я не знаю, зачем я столько. Но пусть крафтится. Если я могу такое позволить, вдруг еще пригодятся. Ну и все. Давайте пока это все дело расставим. А, еще адская звезда. Так, адская звездочка. Почти миллион адских звезд. Это же капец. На. Я представляю, что было бы, если это был бы открытый сервер. Приходили бы люди новые сюда. И пытались бы, мне кажется, у меня джеть ресурсы. Хо-хо. Нет, ну серьезно, такое могло быть. Слава богу, я играю один. Но, с другой стороны, так не хватает всякого экшена. Ну, я бы, конечно, там сгорал бы очень быстро от всего этого дела. Да, харе, дай мне от тебя взять хотя бы чуть-чуть. Так. Так. Та-дам! Первый меч есть. Убираем. Нано-меч. Вот здесь может быть загвоздочка, потому что нам нужно сделать силовой Это что там требуется? Голд кабеля. Ну ладно. Не так трудно. Хотя, с другой стороны, трудно. Трудно лишь потому, что у меня тупо этого нету. Вот, вот. О чем я и говорю. Тут неудобно этим всем заниматься. Удобно в новой моей мастерской вот эти все рецепты записывать, потому что здесь у меня все под рукой есть. Что позволит очень быстро ставить все на крафт. Спасибо всем, кстати, кто не поленился, поставил под прошлой серией лайки. Спасибо. Вот, знаете, я в эту сборку все еще прохожу, чисто только из-за вас.
и за тех, кто не ленится, ставит лайки и пишет комментарии. Вы меня поддерживаете, вы меня мотивируете, и только из-за вас я и снимаю. Финити плиты 10. Меня, конечно, радует то, что они так быстро создаются, но не прям непривычно. Так, и ридивые пластинки. А чё вы так долго создаетесь? Давайте быстрее. Мы только вас ждем. Все остальное, грубо говоря, у меня есть. Меч. Неутроний. Блин, не скрафтилось лезвие. Ладно, сейчас я еще раз поставлю его на крафт. Так, наносабля. Yes! Наконец-то скрафтил. Ой, нейтроневый лезвие тоже скрафтил.
А еще меня застопорило все-таки ядро, создание его. Из-за того, что, блин, мне однозначно нужно будет заняться тем, что за кадром сделать мне побольше компрессоров и поставить их на веб-базе. А то у меня здесь ступор. Вот такой вот ступор. Ненавижу. Вот это мне надо в первую очередь. Вот сюда. Ну ты можешь в первую очередь мне вот это закидывать, а? Да, вот мне не хватает для этого и компрессор. Ладно. Я понял почему. Я понял почему. Тут два input баса тут криво работают. Меня это больше всего раздражает. Вот так вот возьмем раз. Так вот два. Раз. Два. Все, пусть крафтятся. Должны, по идее, прийти, и будет уже все готово. Так, перед походом к боссу, разумеется, это все дело мне нужно куда-нибудь скинуть. Даже вот сюда пусть его закинем. Пусть тут лежит и хранится и ждет. Так. Разумеется. Ключ пока уберем. Тебе уберем. Переоденемся. Вот, кстати, чем мне еще не нравится эта броня? Тем, что там раз... Как вам это описать-то? Вот ненавижу это больше всего. Периодически случается так, типа, что вешается дебаф, и он тут же спадает, и в итоге камера просто скочит. Вперед-назад, вот так вот. И меня просто это раздражает. Очень-очень-очень сильно. Все, это скинули на всякий случай. Я сейчас отправляюсь в энд. Как вы помните, у меня портал здесь. Я его телепортировал сюда. Отправляемся в энд. И, если не ошибаюсь, либо босс у нас находится на 1000 на 1000 от спауна. Это что такое? Это... Что? Отлагай. Вот, либо 1000 на 1000 от спауна, либо 10 тысяч на 10 тысяч. Надо просто посмотреть, где у меня там смерть находится. И туда полетим к боссу. Встретимся уже ближе к нему. Так, сейчас. Главное, чтобы все отлагало. Ё-моё. Как же здесь все ужасно. Долго грузится. Ну, знаете, с этой броней довольно-таки очень быстро можно добраться. Только, конечно, прогрузы. Новые зоны очень долгие. Я вот порой даже не понимаю, то ли тут ничего нету, то ли это так долго грузится. О, а вот и дракончик. Как раз подлетел к нему. Так интересно. Уё, ты чё так пугаешь меня? Так, оп. Да, надо ломать. Интересно. Я так буду долго его мочить. Это вот потом с вами проверим, когда это... У нас будет топовый меч. Ой, как он бьётся. А мне всё нипочём. Так, а ты можешь сломаться, пожалуйста? Надо убить, мне кажется. Ладно. Бог не будет даже громко. We'll be right back.
Знаете, мне это надоело. Я пошел скрафтил себе лук, а то это писец надолго. Это ужас. А то, видите, они даже восстанавливаются. Приходится идти на такие жертвы. А то я тут за ними не угоняюсь. Вот серьезно. И вот эти кристаллы меня подбешивают. В плане того, что на них вот такая вот защита вешается после того, как ты первый раз типа его не убил. И они хилят, блин, зараза. Ну, придется подождать. А, вот. Ну, давайте. Буду стрелять. Покажу уже конечный результат. Знаете, вообще пофигу на него, я просто пришел за... и заберу. Потом придем его убьем, блин. То он достал меня. Вот серьезно. Так, а что, он не ломается, да? Что? Надо сломать эту штуку. Так, попробуем. Ну я лучше с этим топовым мечом приду убью, а то это ужас какой-то, я не могу. Я уже кучу времени потратил на него. Мне кажется, вы бы лучше, конечно, справились, но, как видите, я нет. Он там сейчас опять и отхилится. Он уже столько раз хилился, это жесть. Если бы они еще не восстанавливались, я, может быть, заковырял тут за час. Я просто, честно, не знаю, как она ломается. Наверное, сверху и снизу надо эту сломать штуку. В общем, я так понял, что нужно все-таки его убить, чтобы получить этот шарт. Я сходил, скрафтил меч. И им, кстати, да, куда больше наношу урона, чем своим обычным. Своим по 11, а тут прям тык-тык, и у него уже он хп нет. Тут самое трудное здесь это подождать, пока он подлетит. Я постараюсь в этот ролик как меньше боевки вставлять, потому что это слишком громко. В это вы видели миллиард раз, это однозначно, поэтому буду это... меньше показывать боевки. Так, вот мне нравится то, что он так подсвечен, а? Вот, блин, даже долететь до него не могу. Ладно, давайте сейчас постараюсь его убить побыстрее.
Наконец-то, не прошло и 100 лет. Так, сердце забираю. У-у! Ой, ты ж, я намучился с ним, целый час с ним сражался. Ура, все. Сердце хаоса. Я надеюсь, в следующий раз будет это куда быстрее. Нифига опыта-то. Йо. Чего? А не многовато ли опыта с него падает, а? Ужас какой. Фу. Жесть. А теперь надо будет как-то опять до дома возвращаться. Ой, ладно. Так. 5 штук. Хаос шарт. Отлично. Если есть какие-то определенные тактики, чтобы с ним сражаться, ну уж извиняйте, я их не знаю. Ой, что-то... Чё меня так трясёт? Хана острова, что ли, сейчас будет? Или чё? Это я не трогаю мышку, я даже убрал руку от мышки. Она сама дрожит. Кстати, я только заметил, что колонны все взорвались. Прикольно. Остров самоуничтожился. Круто. Я просто говорю то, что я первый раз в жизни убивал сейчас дракона Хаоса. И наконец-то его смог убить. Поэтому для меня тут что-то в новинку. Тактик против него, разумеется, я не знаю. Поэтому я просто сражался, как сражался. Уж извините. Это было скучное зрелище, это было утомительно. Но мы это сделали. Я возвращаюсь домой. Я вернулся. Да, как бы это ни звучало. Кстати, вот очень хорошо то, что вот таких вот блоков очень много насобирал. Смогу, если что, делать. Ну, драконьи порталы. Вообще без проблем. И это сердце, кстати, тоже мне очень пригодится. Нет, не для этой машинки. А для того, чтобы сделать яйцо дракона. А то кто-то в свое время забрал яйцо дракона, которое было на спауне. Это был не я. Вот. Так что потом как-нибудь с вами сделаем обязательно это яйцо. Так, избавляемся от всего лишнего. Ну и что нам потребуется для создания стафа? Кирка. Меч уже скрафтен. Осталось только сделать лопату. Так. Где-то тут у меня была еще дополнительная лопата. Крафтить будем здесь. Смотрим. Значит, драконьевые инготы. Energy Core. Два Хаос Кор. Они... Ёперный театр. Значит, 8 ядер нужно. Подождите, серьезно? А, лопату я же делаю пока что, окей. 2, значит, таких ядра. Так, слитки драконик и... Окей. Коре. Так, у меня есть 3. 3. Кстати, я уже, как вы видели, зарядил, чтобы... Стрелять из лука. Батареечку добавочную. Ну, это так, на всякий случай. Я видел, что там 2 яйца. Блин, там 8 штук потребуется. Надо ставить сразу пока что на крафт. Все, пусть создается. Поставил на создание, а мне-то слитки нужны. Ой, голова. Так. Там и вот это потребуется, и это потребуется, мне кажется. Давайте проверим еще разочек. Раз. Слитки, пластины. Ну, пока что можем порасставлять. Раз. Где-то тут. 2 ядра. Надеюсь, здесь. Хотя. Блин. Лучше так посмотрю. Вот. Так, 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 так. Ну, как по мне, это должно примерно так выглядеть. Да, все верно. Осталось только слитки. Они, наверное, сейчас будут на очереди стоять, чтобы тоска. А, кстати, крафтится по чуть-чуть. Уже 6. Кстати, возможно, даже хватит. 1, 2, 3, 4. Кстати, прям ровно. И лопатка готова. Ну, теперь можем расставлять все нужное для создания вот его супер-мега-инструмента. Все в одном. Возьму уже ядро. К-
Который, ну, даже заряженная вообще, знаете, пофигу как-то. По пластинке. Так, лопата, кирка. Лопата. Бедная моя кирка уходит от меня. Ужас. Жалко, конечно, что вот лук не пригодится. Ну да ладно. Просто так поскрафтил. Ну и бог с ним. Слиточки. Вот так вот. Здесь раз-два, раз, раз-два, раз. Ну, похоже на кирку, осталось только по центру это поставить. Так, ну для этого нам, конечно же, нужно будет создать два новых ядра. А чтобы их создать, нам нужны вот такие вот коры. Давайте смотреть, как они создаются. Ну, во-первых, мне плутониевые пластины нужны. Дабл драконьевые плейты. Даже так. По 4 и драконик плейты. Так, сюда. Дракони. Значит, там пластинки требуются. А я их... А, нет. Я уж хотел пожаловаться, что я их создать не... Не поставил на автосоздание. Окей, молодец я. Угу. И думаю, наверное, на автокрафты, конечно, их ставить не буду. Ну, дабл, пластинки. Сейчас просто скажешь, сколько нужно, а мне нужно 8. Даже вот так вот через хаммер. Ну, быстрее, не хочу уже, если честно, куда-то идти. И так на эту серию потратил 2,5 часа своей жизни. Чего-то не хочется. Раз, так, давай, 8 штук. И такие вот пластинки. Автокрафт их ставить я не буду. Ой-ё. Ну, видимо, придется. Уж там у меня все занято. Ну ладно. Хотя бы тут запишу, хотя чтобы на будущее, если вдруг и правда пригодится. Ой, ну давайте расставлять все по порядочку, как это и должно быть. Так, верну. Вот так вот, все. Так будет проще. Ну, дождался, наконец, тоже все скрафтил, все, что нам нужно. Поехали. Так, это уже расставил. Раз, 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 раз. В смысле? Я же все правильно сделал. А, нет. Хотя так выглядит даже лучше. Все, два готово. Оставим пока те ресурсы там. Так, опять же, ядро кора. Я не знаю, есть ли какие-то квесты на него. Но я постою, подожду на всякий случай. Нет, таких квестов нету. Это сюда, сюда. Где-то облажался. Хороший вопрос, где? Дракон, дракон. Ну да, что я хотел, я, блин... Капаситор решил туда поставить. Ну, капец. Да, ну, что-то затупил. Похоже, просто выглядит. И вот он. Став. Да, отличненько. Теперь. Осталось только нам забрать отсюда все. Все ресурсы наши. И пойти крафтить. Фух. Он мне, конечно, пригодился. Я думал, вообще без одного пройду. Ну... Буду играть, ни одного не создам. Но не тут-то было, все-таки мне пришлось это сделать. Ничего страшного. Раз. Наносабля вроде вторая была. Это у нас здесь. Это здесь. Тут.
осталось тебя поставить и тебе сюда. Так, 5 штук. И 5 штук. Чего-то все-таки не хватает здесь. Так, а что я не сделал еще? Не сходил на ту базу, не взял шарды. Ну, ё-моё. Но считай, что мы уже все сделали с тобой. Я не поленюсь, я еще раз слетаю, найду еще одного дракона хаоса. И при тебе покажу просто... Ну, я даже не буду убивать эти... как вам тебе сказать-то? Хилки его. Во, вот так вот выражусь. Я просто пойду и буду по нему фигачить. 1-2 удара нанесу хотя бы. Посмотрим, что поменяется, что из этого получится. Вот, если его убью вообще с одного удара, вообще будет красота. Но если будет мало 5 наносить урона, ну, тогда я очень опечалюсь, поняв, что слишком... Ну, точнее, что зря его просто скрафтил я, что перевел просто тупо ресурсы. 1, 2, 3, 4. Вот он наш родненький Sword of the Cosmos. Плюс Infinity урон. Прочно. Да, детка. Ва, какой красивый. Какой он классный. Бомбезненький. 258 урон, жесть. Так, сейчас будет опять лагать, когда перемещусь. Не знаю, что там такое, но на месте спауна там лагает. Нужно отлетать там подальше. Вот это меня больше всего там тут раздражает. Ладно, подлечу к дракону и вернусь. Ну, наконец-то я подлетаю. Так, где ты, мой хороший? О! Так. Ну, давай, только не улетай. Дай хоть раз у тебя ударю, посмотрю, хоть сколько тебе хп сниму. Тихо. О, блин, мимо. Я за ним гоняться не буду больше. Мне хватило и прошлого раза. Можешь повисеть. Да, блин, зараза. Ни одну сферу я ломать не собираюсь. Что это бессмысленно. Мне хочется на нем просто проверить. Если он, конечно, даст это сделать, зараза. Мы, конечно, уже тестируем с вами то, что броня это вообще неуязвима. Ты становишься богом. Тебя никто и ничто не может убить. Даже дракон хаоса. А вот смогу ли я его убить? Например, с первого удара. Интересно. О! Но! Бляха. Серьезно? Вау! Один удар! Один, мать его, удар! У меня сейчас же и кирки нету. Я потратил кирку на... Блин. Но! Вы понимаете, насколько это имбовый меч? Один удар, любой труп. Вот это классно. Вот это супер. Вот это изумительно. Мне очень понравилось. Я бы, конечно, еще кирку какую-нибудь сделал бы. Но это я оставлю уже на будущее. Не хочу, знаете, сейчас вот взять и по всем инструментам пройтись и так далее. Потом, ну, я лучше, знаете, вот это буду использовать на тот момент, когда мне прям вообще будет либо заняться нечем, пока это что-то крафтится, либо что еще. Так что надо будет со следующей серии уже чем-то очень интересным и вкусным заниматься. С чем? Заинтриговал? А вы узнаете уже на следующей... Хотел сказать неделю, но нет. На следующей серии узнаете. Вот. Ну, а с вами был Милтон. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставь большой пальчик вверх. Подпишись на канал. До скорой встречи. Всем пока.